Татьяна Бакальчук. Вы, наверное, знаете ее как энергичную женщину, стоящую за Wildberries, крупнейшим онлайн-ритейлером России. Она всегда была в центре внимания, благодаря своему упорству и предпринимательскому духу. Она – self-made миллиардер, построившая империю с нуля. Ее история вдохновляет многих, кто мечтает о собственном бизнесе. Но за историей успеха стоит женщина, оказавшаяся на перепутье. Личная жизнь Татьяны была полна испытаний и трудных решений. Татьяна приняла смелое решение, заявив о своей независимости. Это был шаг, требующий огромной силы и мужества. Она подала на развод со своим мужем Владиславом Бакальчуком. Этот шаг был не только личным, но и символическим. В знак нового начала она вернула себе девичью фамилию – Татьяна Ким. Это было ее заявление о новой главе в жизни. Эта смена фамилии была не просто юридической формальностью. Это было мощное заявление о ее независимости и силе. Она вернулась к своим корням, вернула себе свою личность. Это был важный шаг к восстановлению внутренней гармонии. Эти перемены в личной жизни происходили на фоне бизнес-сложностей, судебных баталий и обвинений в предательстве. Ее решимость и стойкость были подвергнуты серьезным испытаниям. Несмотря ни на что, Татьяна оставалась сильной личностью, встречая каждый вызов лицом к лицу. Ее история – это пример того, как важно оставаться верным себе и своим принципам, несмотря на все трудности. История Татьяны – это история стойкости, амбиций и толики удачи. Она всегда верила в свои силы и не боялась рисковать. В 2004 году она была молодой мамой в декретном отпуске, мечтавшей внести свой вклад, заботясь о новорожденном ребенке. Несмотря на все трудности, она не теряла надежды и искала пути для реализации своих идей. Вооруженная предпринимательской жилкой и умением видеть возможности, она начала продавать одежду онлайн из своей московской квартиры. Это было непросто, но она верила в успех и упорно трудилась. Тогда она и не подозревала, что это скромное начинание превратится в гиганта розничной торговли. Ее упорство и настойчивость стали ключевыми факторами успеха. Wildberries открыла для себя бурно развивающийся рынок электронной коммерции в России. Компания быстро завоевала популярность среди покупателей. Компания предлагала удобный и доступный шопинг. Клиенты ценили широкий ассортимент и высокое качество обслуживания. Компания росла в геометрической прогрессии, расширяя ассортимент от одежды до электроники, товаров для дома и многого другого. Это позволило ей привлечь еще больше клиентов. Трудолюбие и деловая хватка Татьяны окупились, катапультировав ее на вершину российского делового мира. Она стала примером для многих молодых предпринимателей, мечтающих о собственном бизнесе. Со стороны казалось, что у Татьяны есть все – процветающий бизнес, любящая семья и невероятный успех. Но за кулисами стали появляться трещины. Давление от управления многомиллиардной компанией сказалось на ее браке. Разногласия по поводу направления развития компании добавили масла в огонь. Некогда сплоченная пара, построившая Wildberries вместе, все чаще стала ссориться. Напряжение было ощутимо, и поползли слухи о семейных раздорах. Татьяна, известная своей скрытностью, хранила молчание, предпочитая сосредоточиться на своем бизнесе и семье. Однако шепотки становились все громче, намекая на более глубокие проблемы, скрывающиеся под поверхностью.
Раздел 4. Разделенный бизнес. Слияние Wildberries и Russ Outdoor. В разгар личных неурядиц важное бизнес-решение потрясло Wildberries до основания. Компания столкнулась с серьезными вызовами, которые требовали немедленного внимания и решительных действий. Татьяна возглавила слияние с компанией Russ Outdoor, лидером рынка наружной рекламы в России. Это было смелое и амбициозное решение, которое могло изменить будущее обеих компаний. Этот шаг казался стратегическим, поскольку позволял Wildberries расширить охват и маркетинговые возможности. Слияние обещало новые горизонты и перспективы для роста. Однако сделка вызвала споры и спровоцировала бурю домыслов. Многие задавались вопросом, насколько это решение было продуманным и своевременным. Одни увидели в этом силовой прием, с помощью которого Татьяна укрепляет свой контроль над компанией. Они считали, что это был шаг к консолидации власти. Другие усомнились в своевременности сделки, заподозрив в ней скрытые мотивы на фоне ее семейных неурядиц. Они полагали, что личные проблемы могли повлиять на деловые решения. Слияние стало громоотводом для критики, бросив тень на будущее Wildberries и добавив еще один уровень сложности к и без того непростой ситуации Татьяны. Вопросы о будущем компании и ее лидера оставались открытыми. Раздел 5. Слухи о рейдерском захвате. Посыпались обвинения. Слияние Wildberries и Russ Outdoor вызвало шок в деловом мире. Поползли слухи о враждебном поглощении, организованном Татьяной и ее союзниками. Появились обвинения в рейдерском захвате, рисуя картину предательства и манипуляций. Владислав, некогда молчаливый партнер по успеху Wildberries, выступил с резкой критикой слияния. Он обвинил Татьяну в том, что она отстранила его от дел и захватила контроль над компанией, которую они построили вместе. Деловой мир с замиранием сердца наблюдал за разворачивающейся драмой, задаваясь вопросом о природе слияния и его возможных последствиях. Раздел 6. Семейная вражда. Публичный скандал и разделенный дом. То, что начиналось как частное дело, выплеснулось на всеобщее обозрение, превратившись в полномасштабную семейную вражду. Обвинения Владислава в адрес Татьяны рисовали картину некогда любящей пары, которую разорвали на части амбиции и жадность. Последовавшее за этим безумие в СМИ только усилило конфликт, поставив их личную жизнь под пристальное внимание. Четверо детей пары оказались между двух огней, вынужденные наблюдать за распадом брака своих родителей и публичным выносом ссора из избы. Ситуация становилась все более острой. Обе стороны обменивались взаимными обвинениями и боролись за контроль над своим нарративом. Раздел 7. Выстрелы. Стрельба в штаб-квартире Wildberries. Напряжение достигло точки кипения в шокирующем повороте событий. Ссора в штаб-квартире Wildberries привела к стрельбе.